Друзья, всем привет! С вами Петруслан, и сегодня я вам хочу рассказать про выставку Short Show 2023, которая проходила на прошлой неделе в Лас-Вегасе в Штатах. Я внимательно следил за всеми репортажами с этой выставки и хочу поделиться с вами тем, что лично мне показалось на ней интересным. Сразу скажу, что я не буду рассказывать про тонны пистолетов и винтовок АР-15, которые там были представлены. Ну, просто потому что, во-первых, это скучно, а во-вторых, это к нам совершенно никакого отношения не имеет, вряд ли мы это когда-нибудь здесь сможем увидеть. Вот. Начну я, наверное, с общих тенденций. Первая общая тенденция – это гонка производителей прицелов за кратностями. То есть Vortex и Night Force уже в прошлом или в позапрошлом году представили свои прицелы высокой кратностью. У Night Force, по-моему, это 7.35, у Vortex тоже, по-моему, что-то в этом духе. В этом году Schmidt Bender представил прицел 6x36, так что я думаю, что гонка кратностей будет продолжаться, и скоро мы увидим не только именитых европейских производителей, но и, например, тех же наших любимых китайских производителей прицелов с прицелами большой кратности. Вторая интересная тема – это то, что очень многие производители болтовых высокоточных винтовок начали продемонстрировать образцы с карбоновыми стволами. Кто не знает, карбоновый ствол – это обычный металлический тонкий стволик, обмотанный большим количеством слоев карбона, который придает этому стволу необходимую жесткость, но при этом имеет меньший вес. Технология не новая, но раньше ей занимались буквально там 1-2 производителя. Сейчас, судя по выставке Short Show 2023, технология пошла в народ и используется все шире и шире. Так что будем посмотреть, как она себя дальше покажет. Давайте дальше расскажу про патронные новости. Самой, наверное, забавной новинкой был патрон Remington 360 Buckhammer. Buckhammer, наверное, можно перевести примерно как «олени боец» или что-то в этом роде. Патрон сделан специально для винтовок с скобой Генри, да, так называемый lever action, и для штатов, в которых запрещена охота с патроном с бутылочной гильзой. То есть, по большому счету, это прямостенный, мощный патрон. За основу была взята гильза от патрона 30-30 и расширена до калибра 9 мм. То есть, по большому счету, Remington хочет составить конкуренцию патрону 350 Legend, который завоевал в Штатах довольно-таки серьезную популярность. Характеристики у него получились следующие. Для патрона с 12-граммовой пулей скорость 744 метра в секунду и энергия примерно 3300 джоулей. А для 13-граммовой пули скорость 685 метров в секунду и энергия чуть больше 3000 джоулей. Что, в принципе, довольно-таки неплохо для левер-экшена. Напомню, что в США есть некоторые штаты, в которых запрещена охота с патронами, у которых бутылочная форма гильзы. Да? Ну, то есть почти все современные нарезные патроны. И, соответственно, в этих штатах охотники либо охотятся с какими-то патронами старыми, либо вот для них делают такие относительно современные патроны, но которые удовлетворяют этому законодательству. И когда мне кто-то говорит, что техкрим занимается ерундой, производя квазинарезные патроны, обходя закон, я всегда буду приводить в пример вот эти вот американские обходы законов, да, патрон 360 Buckhammer и 350 Legend. Ну а вообще, конечно, компания Remington молодцы, да, потому что это нужно иметь особую смелость, чтобы в 2023 году выпустить новый рантовый патрон. Ну и второй патрон, это патрон от компании Blazer 8,5 на 55. На самом деле я не уверен, что был ли он представлен на Short Show, потому что фирма Blazer на шот-шоу как-то особо не засветилось, но этот патрон не так давно появился на их сайте. Также я не очень понял, на базе какой гильзы этот патрон сделан, то ли это маузеровская гильза, то ли какая-то еще, но смысл этого патрона в следующем, чтобы взять патрон а-ля 308 и поставить туда пулю калибр 3.38, да, то есть 8.5-8.6 мм. Аналогом этого патрона можно, наверное, назвать патрон 338 Federal, но этот патрон сделан по уже современным технологиям, на современных порохах, и поэтому характеристики у него довольно-таки неплохие. То есть с пулей весом 12 грамм, то есть 180 грейн, он развивает скорость до 900 метров в секунду, то есть 4700 джоулей. А с пулей 230 грамм, примерно 14 грамм, наверное, развивает скорость 820 метров в секунду и энергию в 5000 джоулей, что тоже очень-очень неплохо. Других патронов на выставке представлено не было, так что поехали дальше.
Компания «Холосан» показала довольно интересный концепт коллиматоров со встроенным ночным или тепловизионным зрением. То есть не то, чтобы это тоже новая какая-то прорывная технология, то есть подобное я видел, например, вот на выставке Arms Hunting, по-моему, компания iRay китайская показывала подобный коллиматор. Но если за это дело взялся «Холосан», значит, это, скорее всего, пойдет на массовый рынок, и скоро мы сможем наблюдать такие коллиматоры. Коллиматор с ночным видением обещают по цене примерно $1000, а коллиматор с тепловизионным зрением по цене до $2300, что, в принципе, для тепловизора, ну, более-менее адекватная цена. Дальше интересный продукт представила компания МДТ. МДТ – это компания, которая производит ложи, шасси для винтовок. Они показали электронный спуск. Когда я говорю электронный спуск, имеется в виду именно электронный ОСМ, а не система электронного воспламенения. Здесь был представлен именно ОСМ для винтовок серии REM-700. Да, то есть, поскольку платформа очень популярна, и ОСМ для нее тоже может быть довольно популярен. Спуск может настраиваться до 120 грамм. То есть это очень-очень-очень легкий спуск. И при этом его можно заряжать, и зарядки должно хватать примерно на 1000 выстрелов. Опять же, тема с электронными спусками не особо новая. То есть она используется и в пневматике, и где-то в спортивных дисциплинах ее пытались применить, но потом отказались. Но когда за дело берется такой серьезный игрок, как компания МДТ, и использует его в такой широко распространенной платформе, как Remington 700, то, может быть, эта тема и пойдет дальше в массы. Еще забавный момент, который я углядел на этой выставке, то, что некоторые производители пытаются делать новоделы исторического оружия. Конкретно на этой выставке были представлены новоделы немецкого штурмгевера и американского легкого ручного пулемета БАР. Для кого эти новоделы делаются, мне, если честно, понять трудно, да, потому что подобное оружие какой-то исторической ценности не представляет, а современным образцам по-любому будет уступать. То есть это, видимо, что-то из серии, как у нас сделали новодельные варианты винтореза. Да, ну, типа, просто поиграться. Ну, посмотрим. И напоследок хочу вам рассказать про образцы оружия, которые показались мне просто прикольными. Это, кстати, единственная их положительная характеристика, то, что они прикольны. Одним из таких образцов оружия это карабин от Trailblazer Arms, который складывается, причем складывается он очень хитро вокруг своей как бы вертикальной оси симметрии, то есть складывается разворотом. Вот сейчас вы можете видеть видео, как представитель компании складывает его туда-сюда, и оцените довольно прикольный концепт, да? То есть карабин из довольно компактного одним движением превращается в полноразмерный. Да, это карабин под патрон 9.19. Ну и совсем на уровне прикола это всевозможные извращения с винтовкой AR-15, которую американцы очень любят. Да, ну, например, как вам такая винтовка AR-15 со скобой Генри? Вот представили ловер под AR-15, снабженную скобой Генри, которая вполне-таки себе будет перезаряжать. Ну, с другой стороны, помповые есть, болтовые AR-15 есть, почему бы не быть винтовки со скобой Генри. Ну и самое прикольное, это, конечно, AR-15 дульнозарядная. Тоже довольно прикольный образец, наверное, сделанный просто для того, чтобы поиграться. Других каких-то особо интересных новинок на этой выставке я не нашел. Если кто-то нашел что-то еще интересное, или тем более там был лично и увидел что-то интересное, пожалуйста, пишите в комментариях, поговорим, обсудим. А на сегодня все. Всем удачи и пока.